Соединенные Штаты Америки, я понимаю, для них спорт – это один из очень важных рынков. И они вполне целенаправленно говорят, раз это наш рынок, и большая часть прибыли там создается за счет наших людей, то по этой причине всеми чемпионами должны быть наши люди. А вот это позиция. Да ничего личного, только бизнес. И плюс к этому это политика демонизации России, связанная, вот, я уже объяснил, с той проблемой, которая сегодня существует в политике самих Соединенных Штатов Америки. Что касается России, то я хочу сказать,